А в Баку от кори скончался 8-летний мальчик. В стране от этого заболевания с апреля прошлого года умерли более 280 человек. Чаще всего это невакцинированные и не болевшие ранее люди. Камран Гусейнов подробнее. Известно, что умерший ребенок учился в одной из бакинских школ. С конца декабря он находился на больничном и не посещал занятия. Врачи отмечают, наиболее восприимчивы к кори школьники и дошкольники. И один из самых надежных способов уберечься от негативных последствий – прививка. Новую партию вакцины в Азербайджан привезли перед Новым годом. Сейчас ее распределяют по медучреждениям. Она предназначена для взрослых до 40 и для детей старше 10 лет. Вакцинируют в Азербайджане детей до 10 лет по графику. Прививка включена в национальный календарь. Врачи подчеркивают, что современный препарат также защищает от краснухи и паротита. Иммунизация в Азербайджане добровольная, и врачи призывают граждан не отказываться от нее без серьезных причин. Вспышек кори в Азербайджане не было в течение 5 лет, однако с прошлого года ситуация усугубилась, сформировалась прослойка людей, которая никогда не прививалась. Камран Гусейнов, Сахават Абдуллаев, Фуат Гасымов, Мир 24.